Никакие погодные условия не напугали участников спартакиады Ларисы Лазутиной. В Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приехали воспитанники 14 детских домов Подмосковья. А это свыше 100 человек. Лыжи – это, мне кажется, самый такой вот любимый традиционный вид спорта для нас, для россиян. Поэтому вы сами увидите, как ребята здорово владеют этим спортом. Это не просто любительская, да, так скажем, ходьба на лыжах. Совершенно разные стили, и я уверена, что сегодня победит сильнейший. Поддержать участников лыжного забега приехали приемные родители, члены районной общественной палаты, представители местных ветеранских организаций. Все эти люди приняли активное участие в интерактивных играх. Первые напутственные слова в адрес молодых лыжников прозвучали от инициатора спортивного праздника Ларисы Лазутиной. Чем больше мы будем создавать условия для проявления их каких-то очень таких хороших сторон, талантливых, я думаю, это будут целостные люди в дальнейшем. Продемонстрировать свое мастерство и поддержать участников лыжного забега приехали и прославленные спортсмены Александр Легков и Алексей Петухов. Чемпионы провели для детей мастер-класс и произнесли слова поддержки перед стартом. Чувствуешь здесь прям такую теплоту, и хочется как можно больше им отдать, чтобы у них как можно больше в этой жизни было счастливых моментов. Им это просто необходимо. Очень приятно вдохновлять на новые подвиги, своим примером показывать пример, да, проводить зарядку. Это очень здорово. И я рад, что именно наш парк, парк имени Ларисы Лазутиной, принимает в очередной раз наших гостей. Соревнования были организованы по 4 возрастным категориям. Самыми младшими участниками стали дети 8 лет, самым старшим ребятам по 19. У каждой из команд были свои ожидания от спортивного праздника. Хорошее настроение, хорошее времяпрепровождение и куча положительных эмоций. Все ребята достойно прошли эстафету и показали хороший уровень катания. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».